Родителям придется запастись терпением. Помимо того, что дети школьного возраста и без того проводят дома практически все время, перейдя на онлайн-обучение, то теперь они будут еще и дольше отдыхать. С этого года осенние каникулы будут длиться 10 дней. Но актюбинские родители отнеслись к изменениям спокойно. Видимо, уже привыкли, что их любимые чада в последнее время всегда под присмотром. Пусть детки отдыхают, ничего страшного. Нагонят потом? Я думаю, да, не глупые. Я думаю, то, что, чтобы они учились. Я так думаю. То есть не нужно так много отдыхать? Да, потому что они, дети, расслабятся же, потом в школу пойдут, потом они все позабудут. Да, пускай дома лучше сидеть. Пусть дома? Да. Не мешают дети? Нет. Каникулы дольше – это хорошо, больше времени на отдых. Я только рад, есть куда время потратить. Не мешает, нормально. Пусть отдыхают, на ваш взгляд? Нет. Все-таки что лучше? Школу, да. Соскучились по школе? Ну да. Прошлые годы осенние каникулы обычно длились календарную неделю и начинались раньше, в конце октября. Таким образом, первая учебная четверть для школьников была продлена на одну неделю, а вторая четверть сократится на несколько дней за счет переноса и продления каникул. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».